Здравствуйте! С мытьем автомобиля или мотоцикла как никто лучше справится мойка высокого давления. Nilfisk Poseidon 229. Это легкий, компактный и очень мощный инструмент. Среди его главных достоинств – высочайшее качество очистки, профессиональное распылительное оснащение и хорошо продуманная система хранения принадлежностей. Но обо всем по порядку. Качество работы аппарата легко вычислить по силе двигателя – 3300 Вт. Поэтому напор воды обладает такой силой, что смывает загрязнение любой сложности. Впрочем, уровень напора можно варьировать. Для комфортной работы в любом режиме высоконапорный шланг, который подает воду, усилен медной головкой цилиндра. Удобный распылитель направляет струю точно в цель. Для большей эффективности можно добавить моющее средство. Для него отдельный специальный бак. Мойка очень удобна в хранении и транспортировке. Она легко помещается в багажнике автомобиля. Электрокабель и шланг укладываются на специальный держатель, а дополнительные аксессуары в виде насадок хранятся в задней части корпуса. И вы никогда не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.